Вот вы сидите и сзади плывет. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Way to Thai TV. Меня зовут Вероника. Сегодня мы смотрим наконец-то лакшери кондоминиум прямо на берегу моря. Для тех, кто любит покруче. На самом деле я здесь сижу, и у меня прям такое вдохновение идет, что-то прям хочется вам про нее все так рассказывать. Застройщик этого комплекса Urban, который построил всем любимую известную Акву, комплекс и другие лакшери комплексы в нашем любимом городе Паттайе. Проект представляет из себя ступенчатую высотку. Сколько этажей в каждой ступеньке, мы сейчас еще подглядим в лифте. Этот комплекс находится прямо на первой линии пляжа Джамтиен, в конце пляжа Джамтиен, рядом с комплексом Люмпини. Здесь такая череда очень приятных комплексов. Его особенностью является то, что все квартиры, абсолютно все квартиры в этом кондо имеют классный вид на море. То есть здесь очень много этажей, вы представляете, что там открывается на верхнем, сейчас мы вам покажем. Я сижу на ресепшене, холле, можете как угодно назвать, такая большая вот зона отдыха, которая есть практически во всех кондоминиумах, куда вы можете прийти, отдохнуть, может быть, здесь выпить чашку кофе, с кем-то встретиться. Смотрите, как здесь все уютно, на самом деле, сделано. Куча книг тут стоит, но они не настоящие. Меня эта книжка заинтересовала, Kinfolk, знаете, это такой стиль фотографии. Очень модный сейчас в Инстаграме стиль фотографии. И вот здесь вот его так поставили. То есть вы понимаете, да, о чем мы вообще здесь все говорим? Что здесь прям место идеального дизайна практически. Смотрите, как здесь все красиво. Вот эти вот штучки модные нынче в России. Но цветочек там не настоящий. Я забыла, как это называется. Напишите мне в комментариях, вы же по-любому знаете, как это называется, эти сферы. Давайте же пройдем на улицу, там есть еще внизу детская площадка. Потом посмотрим с вами зону отдыха, пятый этаж и бассейны. И, конечно же, посмотрим, что же за квартира. Сейчас мы находимся в холле пятого этажа. Пятый этаж, развлекательный этаж, где находятся все фитнес-румы. Здесь сейчас очень сегодня ветрено, вот я убегаю от ветра, чтобы было слышно меня. Здесь находится и стим-рум, и фитнес-рум, и детская, и библиотека. Сейчас мы находимся в большом холле, который выходит вот туда. Что мне нравится, что здесь очень много вот этих красивых мелочей. Мне кажется, здесь можно просто бесконечно фотографироваться в стиле Kinfolk. Сейчас мы зашли в туалет. Ну, туалет-то понятно вам, наверное, всем, что это. А здесь вот сауна находится, стим-рум. Сейчас я сюда зайду. Такая небольшая, именно стим-рум. Здесь
сами выставляете время, где-то минут через 40 приходите, все уже нагрето, то есть пошли, вот сейчас мы пришли в библиотеку, оно уже такое место для встреч, смотрите, как красиво, но это все бутафорские книжки, вот эти вот не настоящие, а здесь внизу уже собралась какая-то маленькая библиотека. На бассейн. Мне очень нравятся такие круглые такие диванчики красивые. Какая-то стена такая интересная. Она каменная. То есть, видели, это такая штукатурка. Я срочно хочу фотографию вот на этом стуле. С этими цветами, с книжками. Не знаю, наверное, на сегодня закончим съемки именно в этом комплексе. И пофотографируемся везде и пойдем по домам. Детская комната, тут какие-то качалочки, столик небольшой, ну маленькая, конечно, совсем комната, но детская площадка, как я вам показала, она еще есть внизу. Так, вот она еще одна развлекательная комната, бильярдная. Здесь вот для почтенных господ диванчик, где они могут разместиться, и, соответственно, два бильярдных стола, американка. Если честно, мы когда жили в Гран-Карибе, хоть там тоже была такая комната, но мы ни разу не играли в бильярд. 38 этажей. Мы смотрим квартиру на 18 этаже. Лифты быстрые. Немножко даже уши закладываю. Здесь квартиры бывают и one bedroom, two bedroom, и даже three bedroom. Но фишка в том, что они все разного размера. Покупатель купил квартиру и захотел в 48 квадратов сделать 2 bedroom, а, допустим, в 59 квадратов он решил сделать 1 bedroom. И сегодня мы с вами посмотрим квартиру именно 59 квадратов 1 bedroom. Отделка тут квартир, в принципе, типовая, то есть материалы везде использованы одинаковые, и мебелировка тоже очень похожа. Итак, ребята, мы переместились с вами в квартиру проекта Iris. Это 1 bedroom, 58 квадратов. С шикарным видом на море, который прямо сейчас я вам и покажу. Так как квартира на берегу моря, вы всегда можете слушать шум моря. И еще большой плюс в том, что на берегу, когда находится квартира, очень хорошая продуваемость. То есть вам не нужно включать кондиционер, даже не то, что в целях экономии, а в целях здоровья своего. Вы дышите свежим морским воздухом, вас обвивает в вашей квартире бриз, поэтому это вообще очень шикарно. А квартира, как я уже сказала, one bedroom, и по китайской традиции это гостиная зона, объединенная с кухней. Здесь расположен диванчик, но он, к сожалению, не раскладывается, хозяева для удобства, для того, чтобы вы могли приехать с детками, приобрели вот такой раскладной матрасик. Здесь вот такая большая кухня, большая по тайским меркам, гигантский по тайским меркам холодильник с отдельной морозильной зоной, то есть накупили продуктов, все положили и живете спокойно. Хочется отметить, что здесь довольно большая зона хранения, видите, над кухней, сбоку, есть такие вот шкафчики. Вот видите, ой, боже мой, тарелок-то вообще, она как будто здесь будет жить очень много народу. Вытяжка, встроенная плита, видите, какой излив красивый. Но здесь все сделано очень из качественных материалов, здесь камень, каменная столешница. Давайте пройдем в ванную комнату. Очень мне нравится это зеркало. Красивая, очень красивая раковина. Большой такой туалет. И душ. Душ с видом на море, смотрите. Оп, и вид на море. Так, проходим мы с вами в спальню. Здесь тоже очень вместительный шкаф. Еще есть столик для работы. Комод. Классное вообще такое кресло. Смотрите, как сделано углом. Интересно, вот эта стенка. И ты сидишь как на улице.
Видите, как красиво? Давайте покажу вам подальше, как это все выглядит. Вот вы сидите, и сзади плывет. Это реально king-size кровать, широкая. Вот смотрите, две подушки, посередине еще может спать трехлетний малыш, как у нас Алиса постоянно спит. Пол приятный, ламинат, не плитка, потому что в наших обычных квартирах более эконом-класса, то там используется плитка. Все для людей. Теплый пол. К слову, хочется сказать вот про этот кондик. Он старой постройки, но очень дорогой. Здесь квартиры по 70 тысяч. Есть двухуровневые квартиры. Видите, ну и в основном здесь народ, я так понимаю, постоянно проживает. Видите, каждый балкон практически сделан как-то по-разному. То есть старая застройка, небольшой бассейн, но при этом ценный космос. Вот смотрите, боковой вид на весь Джамтьен. Красота, конечно, неописуемая. И вот туда боковой вид мы видим проект Люмпини. Я думаю, у всех назрел вопрос, сколько же стоит квартира в этом лакшери-комплексе. Именно эта квартира стоит от 28 тысяч бат в месяц до 43 тысяч бат в месяц, в зависимости от сезона. Если вам она понравилась, если вам, в принципе, понравился этот кондоминиум, то пишите на почту, которая указана под данным видео, пишите, сколько у вас человек собирается ехать, какой у вас бюджет, район, или, соответственно, указывайте конкретный кондо. Пишите всю эту информацию на почту, и вам обязательно подберут вариант, который полностью удовлетворит и скрасит ваш отдых. Всем пока-пока, до скорой встречи!